Добираешься до Кутузовского проспекта. Там севернее должен быть мост Багратиона. Что-то я не вижу. Ага, нашел. Вот на том берегу и начинается Москва-Сити. Поднимайся на башню Эволюции. Сава, я прошу тебя, выйди, помоги мне. Сейчас. Ничего себе видок. Жаль, здесь нет канатной дороги до Воробьевых гор. Ну, может, еще построят? Нет, вряд ли. Но там есть вертолетная площадка. Можно на вертолете полетать над Москвой. Сава, а ты скоро? Я тебя жду. Да-да, скоро. А я умею на руках ходить. Могу тут по краю пройти. Круто. А меня удержишь над городом? Да, удержу. Я пошутила. Не стоит. Лучше, Сава, что же мне делать? Твой отец был царем. И когда ты ушел, он страшно разгневался и искал тебя всюду, чтобы вернуть. Так и я сейчас гневаюсь на сына своего. Но ты-то оставил отца, чтобы на Афоне быть простым послушником. Богу служить. А мой Сава не имеет ко мне ни любви, ни сочувствия. Ты столько любви имел и веры, что я отца смог обратить. Он грозный царь, стал смиренным монахом и пришел к тебе на Афон. А мой Сава об одном думает, чтоб уехать поскорей и жить себе в удовольствии. Как мне это принять? А что в твоем селе есть интересного? Ну, у нас хлеб на улице пекут. Вкусный? Еще бы. А в остальном скукота, если честно. Одна радость на велике погонять. У меня восьмерки на колесах были, но кузнец сладко хорошо подтянул, так что теперь, слава богу, снова могу прыгать. А ты катаешься на велике? Ну да, на четырехколесном. Это что, на двоих тандем? А с кем ты катаешься? Сестрой старшей, Надей. А что это у вас такое красивое? У нас случился пожар. Тот самый храм, который так долго восстанавливал мой отец, сгорел. Там практически нечего восстанавливать. Но отец как ненормальный начал все заново. И главное, ужасно обижается, что я совершенно не поддерживаю его в этих дурацких занятиях. Сава, ты уже как одержимый. Это хитроумное творение рук человеческих окончательно завладело тобой. Ненавижу тебя. А я тебя люблю. И хочу, чтобы ты был счастлив. Фанатик. Святой Сава, эй, слышишь меня? Видишь, что вышло? Что мне теперь делать? Отец отобрал компьютер, а моя девушка в Москве, и мы не можем общаться. Ты же святой, творишь чудеса, все тебя почитают. Так сотвори чудо и сам позаботься о своем храме, а отец пусть оставит меня в покое. Нина, ну ладно тебе киснуть. Пойдем, помоги мне немного, зашиваюсь совсем. Пообещала икону отреставрировать, и тут же другую работу требуют сдать. Что за икона? Троеручица. Ее наш прапрадед за защиту Сербии получил. Из Сербии? Ее в Сербию принес святой Сава. Сава? Угу, святой Сава. Он основал сербскую церковь. Интересно, а зачем Богородице третья рука? И вправду интересно. На востоке в Сирии жил человек, которого звали Иоанн Дамаскин. Сделаем вывод. Святой Савва и вправду чудотворец. Так что и храм он восстановит. Теперь я в этом не сомневаюсь.
Алло? Привет, это я, Савва. Я в Москве и очень хочу с тобой увидеться. Прости, не могу встретиться с тобой. Я не в городе. Пройти. Почему у тебя это фото? Иди отсюда, отстань от меня. Нина! Я не Нина. Мальчик, ты ошибся. Богородица, Троеручица, сестра мне рассказала, как ты Иоанна Дамаскина исцелила. Он всю свою жизнь тебя прославлял и иконы защищал. Но злые люди, иконоборцы, его оклеветали, будто он свой город Дамас хотел врагу сдать. И халиф Иоанну руку отсек, то, что якобы письмо писала предательское, а на самом деле о Боге писала. Ты тогда сама отсеченную руку исцелила, соединила все в целости. Восстанови то, что я разрушила. Не знаю, как ты это устроишь, но только ты сейчас мне сможешь помочь. Нина, что случилось? Может, расскажешь? Расскажи, пожалуйста. Алло, это Савва? Это сестра Нины. Я бы хотела с вами встретиться. Нина мне рассказала, что церковь в вашем селении сгорела. У нас в семье давняя связь с Сербией. Мы собрали денег на восстановление вашего храма. При чем тут эта церковь? Я встретиться с ней хотел. Да она... Нина тоже огорчена, что так вышло. Но она была совсем не готова сейчас с тобой встретиться. Спасибо. Сынок, что с тобой? Расскажи, как Москва? Что было? Как ты съездил? Все плохо. Эх, Савва, я думал, ты чудотворец, а ты надо мной посмеяться решил.
Я вот сейчас возьму и деньги, что на храм тебе передали, потрачу. Новый компьютер себе куплю. Разве это несправедливо будет? Сава, здравствуй. Сава, извини, что я тебя тогда отшила. Мне неловко было. Не ожидала увидеть тебя. Отец, это Нина. Здравствуйте. А это моя сестра Надя. Я скоро приду. Прости меня, святой Сава.